Бля, брат! Что это за говно? Бля, ёпта, я чё, английский знаю? Это операционная система активизация доступней. Понял. Не знать. Так, ну Старгейм. А ЕО. Учи английский. Саш. А в чём смысл? Я не знаю. Ну, слово составили, говорит. Наверное. Я составил. Блядь. Ну, не Letter League какая-то. Лига или нет? Да, когда пойдем в Лигу Лиги, брат. Не, Лига Лиги, я не понравил. Я должен. Чё, я сделал, чё дальше? Инвалид. Попробуй зайти. Нихуя не понимаю, брат. Я обидел Олега. Да, обидел Олега. В пизду. А это что за говно? Ай, блядь. Здорово, церковь! Угу. God Eat. God Eat? Это типа можно смотреть видосики вместе, да, на ютуберские? Как я понимаю. Бля, тут. Contacted YouTube support for help with an issue. Wait. And... Бля, брат, когда мы будем вместе с тобой смотреть аниме, я тебя позову. Аниме на Ютубе, скобочка. Не на Ютубе, а в Тинькор-чатике на Ютубе. Бля, как выйти нахуй отсюда? Limited monetizations. Да, согласен. Я, блядь, не понимаю. Бибок? Давай, смотри с тобой. Боруто. Первый. Бибо-боб. 123 серия. Вот, видишь, смотри. Правда, да, согласен. Возможно, я их не понял. Нерешительность Конкура, не шин. Черт, не могу листать. Нет, не наверное. Равно. Я так не хочу. Стройки. Не хочу бросать товарищей. Бля, все трещит. Не хочу с этим мириться. Все, видишь, мы смотрим Наруто. Мы кого-то убили. Это на 100 серии так-то. Для меня это спойлеры. О, ты еще и смотришь зачем-то. Блять, как выйти на ходь. Конечно, я смотрю, я уважаю Наруто. Я знаю, что ты уважающий Наруто. Так, хорошо. Давай нормально, чтобы... Шикатку монополия, я пойду в больницу. И ладно. Сейчас, подожди, я тебе последний покажу видос. Привет, брат! Ну, брат, чуть-чуть побольше. Ты первый раз со мной общаешься. Бля, а как вырубить теперь эту хуйню? Я зайду, выйду. Привет, брат. Эта хуйня выключилась. Ну что ж, ты, я создаю игру, у тебя сколько золота? 17 килограмма. Ага, как, блядь, 13. А можно больше выбрать ставку золота? Пароль 13. Что? Что, слышал? Создать игру? Я так не подумал, что пароль 13. А, он дубля начал. Началось бесконечное дубль. Да. А нужные причем? Ну, бля. Вау! Ну, блядь. Давай еще дубль, давай. Нет. Я просто тебе мальчива дам. Нет. Брат, отказывайся от мальчива.
Почалось, почалось. А мне минус, да? Ну, конечно. Я так удивлен. О, я пропускал, видишь, да, есть шансы догнать меня, наступить на соточку. Металлургический завод. Ладно, у меня есть деньги, я себе могу позволить такое. Назад. Да-да, твое любимое на заднее место. Туда-сюда, да. Туда-сюда. А, брат, в отпуск ушел. В отпуске. Да. Это хорошо, когда брат в отпуске. Хоть отдохнет. Ой, это мне! Тебе. Это тебе. Вау. О, я тоже в отпуске. Наконец-то он отдохнет. И сейчас я тут аж. Это же та фирма. Врач Аверму покушает. О, братья, 30 тысяч сейчас сверху. Да можно. На ой. Цирк. И в нем ты клоун? Да. Так. Да ок. Вау, вот это я, там сотка. Не хватает. Тык-тык. Готово. Троить. Я тоже хочу город. Эриш, ко мне хочешь наступить? Нет. Не наступлю. Ну, блин. О, отпуск. А, до наук тоже подойдет. Чтоб еще доложить. Вот эту хуйню довожу. И вот эту хуйню. Все. Троить. Тык, один лям. Держи, брат. У тебя денег нет. Пропуск хода, отдохнул хотя бы. Где? Ты дома? Да мне не отображается так. И на нейросетях. И тебе. Да. А это тебе. Троить. Оба, полямчик там уже ждет тебя, мой брат любимый. Я тебя в цирк зайду. Как бы фокус показал, иди плати теперь. Какие фокусы? Что ты видишь? Вот такие, видишь, ко мне, брат, давай. Ну, блядь. Прикольно. Воу! Да. Строить. Тык. Назад. Еще будет один джекпот. Не-не-не, так не бывает. Понятно. Кино достроенное. Поисковая система. Держи, мой брат.
Бля, я забыл построить еще раз. Санкт-Петербург, это мне деньги. Ну блин, почти. Ну, почти не считается. Что ж, брат, тебе все ждет. Ты кино посмотришь и в игры поиграешь. Нет, бля, нет. Я ж не лов туда наступать. Что можно, да, за их хуй с этими фирмами? Даже не было бы шанса. Даже не 20 минут, видишь, брат, не волнуйся, я тебя на 10 минут выиграл. Давай еще раз. Ух, золото отрабатывается. Не отрабатывается. Там мне написано было нет ставки. Я 3 золота поставил. Ну, у меня ничего не убавилось. А, я тоже без ставки, ну ладно. А почему? Ну ладно, хуй с этим золотом. Я тебя все равно и так выиграл. Не-не-не, один раз повезло всем. Один раз повезло. Ха, самоуверенный. Ща, ребят, как трахт. Давай, блядь. Ладно, убеди. Только не бросай дубли в каждом ходу, а то палишься немного. Ну блин, ладно. Ой. Получишь, Сарст. Значит. О, джекпот. Возьми назад, обратно. А ёбаный. О, оружейный завод. Ну, ох. Ого. Ну и деньги. Да. Ого. Деньги. Ну и карма. Смотри, я... Да, о, это мой брат, сделал мне перевод. А мне? Тебе штраф. Справедливо. Я беру у тебя эту штуку. Вот, тебе еще и отпуск. Это руки чистки, да, вот он пойдет. Нью-Йор, это мы покупаем. Пейнтбольный клуб, это мы тоже покупаем. Киноиндустрия. Это моя любимая. А чё игры? Ну, я тебе вот медвежатический. Машина строить. Вау! Понятно. А ты попросил не каждый ход, думаю, надо хоть на чём-то другом. Бля, я чуть не согласился. Ну, блядь. Отдыхай. Ладно. Да я могу отсюда строить? Я, блядь, не могу отсюда строить. Грустный факт. Мау! Покупай. Алло. Доложить. Блядь, закладывать даже нечего. Отвала. Трогайте. Тык. Оу, блядь, грустный факт. Закладывать нечего, брать. Продавала филиал, не нужно. Блядь. О, я богатый. Вау, это самый богатый человек. Ни разу мне... Бля! Этот самый отпускной человек.
На, ага, бля, ну именно это я не в радах. Это хорошо. Если сейчас дубль выпадет. А, следующий. Вот такой. Черт, я уже на секунду испугался, что я к себе этим. Андеевы. Блядь, не падает дубль. Ну, а это две попытки у меня. Сука. Давай, ебас. Брат вышел из зоны. Брат оплачивает зону. О, бля. Покупай. Нет. Назад. Джекпот или игры? Что ты думаешь, мне выпадет? А, думаю, у тебя лотерея выпадет. Так не бывает же. Ну, блядь. Ну какая криптовалюта? А купить? Yeah. Хоть что-то у меня есть. Картодром. Бля, ну... А там... Можно купить, я думаю, еще. Ого, как много. Это у тебя построенных просто нету. Киноиндустрия. А что ж они еще не построены? Брат, денег нет. Брат, денег нет. Ходи вон в отпуск, я разрешаю. Ну, давай. А, держите аукцион. А ты не хочешь. Ну, можно пока выкопить вот эту штуку хотя бы. Подожди, сколько ты строишь, что ёпта? Мне, кстати, не показывает, сколько за строительство берут. Блять, неинтересно так. Тебя показывает, сколько ты за строительство получаешь? Ну, я имею в виду, плачешь за строительство как-то. Я не на домик ничего не могу нажать просто. Наводишь на штуку? И там было постановить реально. А, блядь, там еще надо подождать просто. Подожди, а у меня показывает только в правую. У тебя, то есть... Слева. А, нихуя, она там просто вниз, блядь, как я понимаю. А, не, вот все нормально показывает. Поставить филиалу 250 тысяч, я понял. Плати 100 тысяч! 150! Ну, больше, чем на моих филиалах, так что я не расстроен. Ну, я играю в казино. Тебя сайдишь, выкупи. Нет, ты. Ну, блин. Дубай. Давно ты не был в тюрьме? Да, я очень давно там не был. Поэтому купи кондитерскую лавку еще. Да, ну вот ты мои щиты, да, скопировал, да, что ли? Ну и цирк тут рядом с тобой. Всем бы подтвердил. Это тебе. Мне дубль дай. Ничего, сейчас. Схожу там. Продам все шмотки тебе, что они тебе дам. Может, мне еще денежка дастся? Вот так, значит, да?
Сами все эти закладывай. Ничего. Блять. Мне боты пишут. Боты пишут? Какие боты? ВК. Доброго времени суток. Блять. Ладно. Почему они мне вообще пишут? По приколу. Где я? О, ты снял мне денег, пока я смотрел на бота. А что ты безэмоционально дал денег? Да, эмоционально. На тебе эмоционально. Я мало, я хотя бы побольше, брат. Так, все, лямчики есть, там все, можно поставить еще лямчики, думаю, хватит. Хватит ему там. Все. Теперь чаще заходи. Ну. Блять, опять! Сколько я здесь был уже? Ты давно в отпуске не был, так не думаешь? Не, я так не думаю. О! Игонишься. Неплохо. Ну покачу я на ок в первую очередь. О, друзья сделали вам подарок. На, наконец-то хоть что-то выиграл. А, это, блядь, не моя. Черт, я рано радуюсь. Ты, блядь, еще да радуешься. Брат, я тоже есть. Молодец, а деньги где будешь брать? Не знаю, это единственная проблема, когда ты хватишь много. Я на джекпот еще схожу. Нет. Тебе немного осталось. Ну, всем немного мне осталось. Что скажешь напоследок? Я люблю тебя, мой брат. Пойдем играть в игры. Думал, один удачливый, да, тут? Да. Ну что, ты сейчас уходишь? Да. Я доволен. Да.